христианские притчи. Наследие святых отцов. Закрытые двери Аввы Исаака. Авва Исаак Фивейский пришел в монастырь, увидел брата, впадшего в грех, и осудил его. Когда возвратился он в пустыню, пришел ангел Господень, стал пред дверьми его и сказал: «Не пущу тебя». Авва умолял его сказать, какая этому причина. Ангел ответил: «Бог послал меня к тебе спросить, куда ты велишь ему бросить падшего брата». Авва Исаак тотчас повергся на землю, говоря: «Согрешил пред тобою, прости мне». Ангел сказал ему: «Встань, Бог простил тебя, но впредь берегись осуждать кого-либо прежде, нежели Бог осудит его».